Так, всем добрый день. Хочу представить вам оригинальный режим питания EP5E для камер серии D. Ну, в частности, покупался он D3100 и D5600. Представляется в такой стандартной упаковке. Так, внутри находится сам режим питания. То есть вот такого исполнения. Вот. Так, ну и давайте проверим работоспособность. То есть я купил только режим питания. Есть у меня блок питания, который был озвучен в предыдущем видео. То есть вот камера китайского изготовления, есть блок питания, который он хорошо контактирует. То есть если вы посмотрите в инструкции по эксплуатации, то у вас совпадают стрелки, ну и соответственно это блок питания. Так, есть соответственно камера. Сразу хочу сказать, что проверили ее на 5600. То есть открываем разъем. Вставляем. Что подключен кабелем, соответственно вон показан кабель, то есть вилка, что есть подключение к питанию переменного тока. Так, и давайте посмотрим. Также у меня есть вот непосредственно для этого китайский, который работает с ним. Так, выключим. Ну, соответственно, достанем. Так, и посмотрим, как. То есть это вот родной блок питания. Вернее, разъем питания. Так, и все подключено. Другое питание. Китайское исполнение. Так, вот он. Тот же самый блок питания. Единственное, данный блок питания шел уже с разъемом. Как видите, здесь нет. Оригинального. Есть нет, но на соответственно нет. Так, и сразу хочу сказать, на D5600, то есть данный разъемчик не работает. Так, ну давайте посмотрим, как он работает на D3100. Ну, производитель данного блока питания, он не, то есть, не говорил, что будет работать. Сходите на сайт, ссылки будут в описании, то
То есть данный блок питания рекомендует для D3100, 3200 и D5100. Так, ну давайте включим. Вот он включился. Так, ну и включим. Так, чем отличается? То есть в данном варианте забирается в том, что у вас стоит аккумулятор и батарейка заряжена полностью. В отличие от оригинального, где сразу же показано здесь, на этом месте, что находится вилка, то есть подключено сетевое управление. Так, а на D5600 и также было проверено на D3400 данный вот блок питания с разъемом китайским. То есть там пишет, что необходимо вставить оригинальную батарею. Это блок питания только работает на младших моделях. Показ. Ну и оказалось, оно отличает. Поэтому, если есть желание, то есть достаточно купить только разъем. Да, кстати, еще один момент. То есть, если посмотреть у оригинального, с оригинальным разъемом, стрелки совпадают, если оригинальные, то есть стрелки находятся на противоположных сторонах. Поэтому достаточно купить разъем и подключить, соответственно, к этому блоку. Ну и этот разъем, то есть проверенный на D3400, на D5600, то есть работает без проблем. Точно так же, как он работал вот с этим. То есть тоже указывает о том, что есть какое-то сетевое подключение. Так, ну и всем спасибо за внимание. До свидания.